видим, что Вудулаев настроен. Настроен на драку. Начинает сразу с ударов руками, ногами. Захват входит в Сослан. Сбирает спину. Вудулаев сбирает ногу Сослана. Пытался сделать бросок, не получилось. Это тяжелая весовая категория. Мы видим, что все-таки Вудулаев чисто по габаритам меньше Сослана. И Сослан так подминает его под себя. Хороший оверхенд проводит Вудулаев. Достает до головы Сослана. Сослан выполняет бросок на один балл. Двойку пробивает Сослан навстречу. Бросок в исполнении Сослана на 4 балла. Внимание, утешительные встречи. Самые категории 80 и 80 килограмм среди женщин будут проходить на первом ковре. Бойцы не предпринимают никаких действий. Лишь изредка пугает друг друга, что будут делать атаку. Бросает джеб и Вудулаев по воздуху. Наносит удар, внутренний лоу-кик. Оверхенд от Вудулаева, но Джанаев забирает захват и выполняет сваливание, накрывает Вудулаева, выполняет удержание. Удержание засчитано, 2 балла в пользу Джанаева. И схватка заканчивается. Нет, не заканчивается. Заканчивается все-таки схватка. Нет, не заканчивается. Еще встреча 7-0. Ударами. Хочет Джанаева. Джанаев забирает захват и как пушинку сваливает Вудулаева на ковер. Предупреждение Вудулаев получает за пассивное ведение борьбы. 1 балл в пользу Джанаева. И Джанаев
выиграл.